кораллы, морские обитатели в виде мягких игрушек. Что меня удивляет и радует в этой игрушке, это то, что она представлена целым лесом. Это разнообразие, такое, ну, пространство, которое они создают. При этом, являясь все вместе кораллом, каждый из них несет какую-то свою определенную черту, отличие, уникальность, характер этой форме, в размере, ну вот во всем. И вот этот лес кораллов объединяет их цвет. Яркий, алый, праздничный. И, ну, конечно, этот цвет с собой несет праздник. Когда я смотрю на них, ну, хочется улыбаться. Праздничное настроение появляется. И вот даже сейчас, во время встречи, я вижу в окошках у других покупателей магазина тоже, как эти кораллы стоят таким лесом вокруг них. И вот это множество таких коралловых рифов, таких коралловых лесов, оно создает, конечно, такое... Но оно является, эти кораллы, они являются источником праздничного настроения. Ну вот так вот они созданы, удивительно. И, ну, да, мне очень симпатизирует то, что, являясь такой единой сущностью, этим лесом таким, они при этом каждый чем-то по-своему уникален. И вообще мне сейчас пришла мысль, что, может быть, даже несколько, может быть, во время игры или отзыва, может быть, стоять несколько кораллов, прям несколько комплектов, и это на самом деле будет такой огромный-огромный лес. И, конечно, побывать в нем — это очень интересное впечатление. И, наверное, да, ощущение такого эстетического удовольствия тоже от них получаешь, от этого разнообразия. И я понял, что ощутил на самом деле сейчас, вот глядя на них, я ощутил, что такое цветы моря. Как вот игрушка в виде кораллов может дарить собой ощущение цветка, такого примера, источника красоты, гармонии. Очень приятные игрушки и очень колоритные. И это все, о чем ты говорил в отношении коралл, наверное, помогает им осуществлять их сказочные качества. У них необыкновенные сказочные качества. Это удивлять, радовать, восторгать и дарить праздничное настроение. И это у них получается особым образом делать. В этом помогает им их и многообразие формы, и цвета, и, конечно же, сказочная фактура ткани. Она такая мягкая, нежная, ласковая. И вот эти сказочные цветы, которые есть на некоторых кораллах, они словно глаза друга, с которыми так приятно встречаться. И встречаться с ними можно не только взором, но и сразу открытым сердцем. Встречаясь с ними, некоторые кораллы дарят ощущение пламени сердца, горящего в пламени сердца, такой, имея огненный, яркий, красный цвет. Их многообразие и великолепие создают настоящий коралловый сад. Вероятно, еще и благодаря их многообразию и цветам, они их в сказочной стране называют цветами моря. Вот эти все качества, форма, цвет, вот это все то, что делает их уникальными, сказочными, и благодаря чему они создают вот эту удивительную сказочную атмосферу. Вот такие сказочные персонажи живут в морской сказке. И они еще своими такими качествами подчеркивают уникальность самой сказки. Какая она? Многообразная, дружная, радостная, восторженная, праздничная. И вот в этом многообразии игрушек, как я ощущаю, и есть вот этот элемент одухотворенности, что благодаря тому, что авторы этих игрушек вот решили сделать их разного характера, решили сделать их разной формы, благодаря этому сейчас, встречаясь с ними, я ощущаю, что вот за каждым из них
стоит какой-то характер, какое-то чувство, какое-то ощущение, и вот это ощущение, оно, ну, с каждым из этих персонажей уникально, и благодаря этому ощущается, что вот эти игрушки, они, ну, на самом деле, какие-то живые, такие наполненные смыслом, наверное, так.